хорошо защищен. Мы наверняка найдем там что-то интересное. Как ты собираешься снять барьер? Попробую инклюзию Атлана Курка. Помнишь ее? Помню, как ты меня учила. Подумай только. Тогда я считала тебя эгоистичной холодной ведьмой. Ну-ну, только не надо нежностей. Ну что, обличающие письма, шкафы, забитые скелетами? Мы даже дверь пока не открыли. Это сложная магическая блокада. Попробуем. Каякар Лиген! Мы разбудили стража. Я им займусь. Я попробую не лучше. Идем. Может, это была не лучшая идея. На лабораторию не похоже. Тут довольно уютно. Это ни о чем не говорит. Давай осмотримся. Все-таки как-то низко рыться в его бумагах. Ты сама хотела сюда прийти. Это должно быть портрет Цири. Нет, это не я. Шрама нет. Да нет, ты, точно ты. Хорошо подмечено. Ты уверена, что Авалак интересуется тобой только из-за твоих способностей? Очень смешно. Не знал, что он любит сладкое. Похоже, кто-то был здесь. Буквально минуту назад. Может, у него есть какой-нибудь помощник? Очень сомневаюсь. Дистиллят? Пахнет... вербеной. Ага. Что ага? Ничего такого. Иногда ты меня просто бесишь, ты знаешь? Травы. Вроде ничего ужасного. Погоди, это еще не вся лаборатория. Я чувствую себя так, будто вошел в спальню. Ян! Генеалогическое древо АНХНХР старшей крови. От Лары Дор. До меня. Ты никогда не показывала мне полной версии. Я не знала, что Видимонте Заидирна тоже был моим предком. Это который наказывал дочерей раскаленной кочергой, или который приказал ослепить собственного отца? С дочерьми. Полной версии я и сама не видела. Похоже, Авалакх исследовал все линии гена Лары. Даже те, которые мы считали исчезнувшими. Только исследовал? Зная наших чародеев, я сомневаюсь, что он просто стоял и смотрел за потомками Лары. Вряд ли мы узнаем, какую роль в генной мутации сыграли эльфы. Ты имела что-нибудь общее с тем, о чем говорил Геральт? Что чародеи... Конечно же, нет.
Посмотрим его заметки. Боги, он работал над этим почти 200 лет. Это он первым исследовал ген Лары. Фалька. Здесь есть заметки от Цири. А вот уже интереснее. Он пытался получить комбинацию генов, как у Цири, только исключив человеческую линию. Это как? Думаешь, где-то спрятаны огромные банки с моими братьями и сестрами? Не глупи. Так далеко он никогда не заходил. Очевидно, все его эксперименты были неудачными. Ты уникальна. И поэтому теперь за нами гонится дикая охота. Посмотрим. Может, найдем еще что-нибудь интересное. Эльфы знают толк в запахах. Обычное зеркало. Я-то думал, это скрытый портал. Посмотрим, что на самом деле задумала Валар. Сюда вошли. Кто ты? Не твое дело. Убирайтесь отсюда. Ты была в Тирнеля. Невероятно. Я думала, для вас все эльфы выглядят одинаково. Если ты ищешь Авалакха, его здесь нет. Я знаю. И все равно пришла сюда, чтобы порыться в его вещах? Мало он старается, чтобы уберечь тебя каждый раз, когда ты делаешь какую-нибудь глупость. Да что ты об этом знаешь? Вполне достаточно. Он много о тебе говорит. Например, что? Не понимаю, как он мог разглядеть в тебе черты Лары. Это же все равно, что пить воду из грязной лужи. Но я догадываюсь, что это как-то облегчает ему выполнение задания. Какого задания? Думаешь, он связался с тобой из удовольствия? Даже мне от твоего вида делается нехорошо. Невероятно. Почему-то эльфы вроде тебя всегда уверены, будто они лучше людей. Она не человек, а полукровка-выродок. И мы вынуждены использовать ее. Это так унизительно. Еще одно слово. И что? Ты ничего не изменишь. Пусть она делает свое дело, а потом Авалак наконец избавится от нее. Если он настолько меня ненавидит, почему он не сказал мне это прямо в лицо? Авалак для тебя так важен? Причем здесь это? Если они так меня презирают, то пусть оставят меня в покое. Цири. Ну что? Боишься, что я сейчас все разнесу, как в Каэр Морхене? Жаль, я не могу сделать этого по своей воле, а то бы я с удовольствием.
Ну, так-то лучше. Идем отсюда. Нам сразу нужно на корабль. Ты хочешь еще что-то посмотреть? Не здесь, на Хиндерсфьяле. Я познакомилась в Лафотене с одним парнем, с Киалем, и хотела бы... Что случилось? Цири. Он умер. Дикая охота. Все? Никто не выжил? Скияль погиб позже. Ты уверена, что это был он? Ты встречалась с ним? Я была там и видела его тело. Ты сходишь со мной на его могилу? Я хочу хотя бы попрощаться. Я пойду с тобой. Спасибо. Можешь открыть нам портал на Хиндерсфьяль? Могу. Ну, идем. Только не задерживайтесь, хорошо? Угу. Пока. Давай посмотрим. Могила должна быть совсем свежая. Спасибо, что пришел. Не люблю я ходить по кладбищам, особенно одна. Посмотрим вместе. Пойдем. Лассе, сын Ньорда. Олаф, сын Уве. Инге, дочь Тротнера. Холера. Его здесь нет. Нет могилы Скиаля. Геральт, я не уйду отсюда, пока не похороню его. Подумай, что могло случиться с телом? Его не сожгли. Так хоронят королей и героев. Сомневаюсь, чтобы вас оставили лежать в саду. Ах, ублюдки. Что? За деревней есть такая яма. Туда сбрасывают овец, павших от ящера. Ночью крабы объедают их до костей. Что вы здесь делаете? То, что вы должны были сделать уже давно. Хороним Скьяля. Вы хороните труса, вопреки решению старейшин. Уходите отсюда. Вы попираете наши законы. Нас не связывают ваши законы. Да. И наших обычаев вы, как видно, не понимаете. Место труса! В канаве! Скьяль вам жизнь спас! Дикая охота гналась за мной. Если бы Скьяль не увел меня, от Лафотена вообще ничего бы не осталось. Чего это призраком может понадобиться от какой-то девки? Я не какая-то девка. А тот, кто хоть пальцем тронет эту могилу, в этом убедится. Могилу никто не тронет.
Единственное, что старейшины наказывают суровее, чем побег с поля битвы, это осквернение могил. А то, что ты сказала, не знаю, правда это, нет. Пусть Скьяля судят боги. Хорошо, что мы сюда приехали. Ты не представляешь, как это мучило меня. По крайней мере, они не будут поливать грязью его имя. Пойдем отсюда. Возвращаемся на корабль. Угу.